Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами Даев, и мы продолжаем нашу увлекательнейшую свалку. В общем, куда совать эти контейнеры? Очень легко и просто, совать мы их будем вот сюда, вот, заместо вот этих трех конвейеров. Голь, как говорится, на выдумке хитра, хватит прыгать. В общем, решил я подряд все записывать, раз пошла такая тянка. Режь последний огурец. Так, сейчас мы все это открываем. Ну давай, да ну не надо, ну вот, вот в тебя хочу. Хочу в тебя. Это сейчас обратно присосется, да? Ведь не даем этим заниматься. За кадром я покопаю немножко. Сейчас мы их все отцепим от себя. Жалко, у меня здесь такой вот нету штучки. Мне она в принципе понравилась. Что это, отображать? Не надо мне ничего отображать. Давай, 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 быстрей, 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 быстрей. Цигель, цигель, ля-лю-лю. Итого у меня их 4, да? Все. Умница, девочка. Сделали. Я сделали. Так, теперь мы 3 штуки ставим туда за место конвейеров. Если я сейчас пильну конвейер, ничего не отвалится. В теории и не должно бы. Далековато я от машины запарковался. Вот мужика. Мужчина во всем расцвете своих сил. Так, ты идешь ко мне сюда. Ни хрена себе я. Ух! Папазол. Знаете, такие таблетки. Раз, два. Ой, и чё-то, пильнул. Ну, Юра. Ничего же не отвалилось. Слушайте, вот место для конвейера. Ага, вот место не для конвейера, а для второй кислородной станции, мои дорогие друзья. Здесь мне связь не нужна. В принципе, и нафиг она здесь не нужна. Вот еще одна кислородная станция будет у меня стоять вот в этом месте. Потому что там она мне не нравится. Ну, не нравится. Она так вот выступает здесь. И фиё. Як. Все, хорошо. Так, надо эти двигатели потушить. Ну-ка, потухните нафиг. О, благодатная тишина, ребята. Ой, какой кайф. Так, сбегать, набрать себе на стыковочные пластины, все сразу же пристыковать, и будет нам счастье. Ну, давайте сразу же так и поступим. По-быстренькому, бежим. Сейчас он заночереет, ночью полечу тогда копать. Блин, оно тут жужжит. Можно у вас тоже двигатели. А, не гудроген. Гудроген 1 и гудроген 2. Так, гидроген NG, да? Ну-ка, давайте. Гидроген, гидроген. Гидроген танк и водородный генератор. Давайте. А эти будут гидрогенами. Правильная мысль? Правильно. 2-2-2-2. Гидроген танк. И сразу же их в группу тогда. Домашние. И именно в такую группу их. Биг мази. Помните? Раньше были такие передачи. Ой, сколько же нам лет-то. Опа. Ах. Какой же это кайф, ребята. Тут у меня половина танков не заполнена, потому что лед кончился. Тут и вот еще 2 танка лежит. Потянки вдарила болванка. Че тупим? Юрий Александрович, wake up. Так, набираем. Намного-много велпадов. Бежим. Бежим. Надо все-таки отсюда съехать. Ну сейчас. Сейчас доделаем. Это как обычно. Еще 5 минут еще. Так, это сделал. Ну-ка, подвинься. Ну-ка. Ну-ка, встань, так я все уложу. Хорошо. А один на базе туда запаркую. И будет мне счастье. Ты что его не взял-то? Поехали. Бежим. Вот, молодец. Он даже бросил его как порядочный. 2 мне, в принципе, достаточно. Невозможно строить велпад. В смысле тебе невозможно? Как? Почему? Потому что по центру не хочет, да? Ну и жуй на тебя. С этого боку, с того боку. Как? Это с другого боку, да? Широкую на широкую. Неправильно. Так, какой тебе бок? Ну-ка встань, так я все уложу. Там поперек, значит вот так, да? Значит, вот так и вот так. Вот. Умница, девочка. Могёт.
Могу, умею, практикую. Так. А тут куда тогда можно? Туда, в край. Да вообще не вопрос. Вот тебе обязательно было упасть? Собака ты злая. Так, забирай. Забери меня скорей. Унеси за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Так. Несем. И варим. Горшочек вари. Есть. Есть. Пить. Так, я хочу, чтобы оно сюда смотрело мне чем? Чтобы оно мне смотрело вот так. Дырками. Отверстиями. Так, естественно, красим наш цвет. Не удалось изъять. Не надо мне ничего изнять. Сюда? Да? Нет? Да. Сюда. Голь на выдумке хитра. Так, забираем. Правая. Блядь. Правая. Левая. А я его не взял, да? А с ним так нельзя. Он его пытается того самого. Ну, возьми. Правая, левая. Бля. Вообще. Да ты собака злая. Я как только жму другую кнопку, он меня начинает этой. Ну, я его так приварю. Я уже чувствую, что он сам сюда воткнется. Вот сюда вот влезет или не влезет? Вот в чем вопрос. Либо вот эту вот всю систему придется переваривать. В теории-то два влезет в любом случае. А что, орём опять? Орём? Орал? Нет, орал. Так, р. Так. Идешь со мною. Не убивай. Не убей ближнего своего. Там вот лежал же. Мы же их три ставим. Три ставим. Сразу мои красим. И у меня будет великий, огромнейший самолет. Так, тебе дала. Так, и тогда вот сюда. Я боюсь, последний я не смогу воткнуть, потому что его хрен воткнешь сюда будет. Но это мы узнаем по ходу пьесцы. И пьесцы. Я, если что, вот это смогу отрезать и перевоткнуть еще раз. То есть раз, два, три, потом к нему этот. Все, никаких проблем нету. Работай. 4, 63. Понял тебя. Услышал. Вот на большом расстоянии срабатывает. На близком расстоянии ни хрена. Так, тебя вначале. Мы попробуем, конечно, как оно заработает. Не знаю я, заработает, не заработает, но должно бы. Правая, левая. О, а так вот сбоку можно брать. Отлично. Ну-ка. Ну-ка, повернись-ка. Ну, давай. Но не туда. Женщина, не вой ты так протяжно. Мне ж тебя жалко стало. Так, и теперь вот по X, Y и U. Так. Вот какого ты? Лешего? Так, так. Почему ты? Ну. Я в тебя сейчас плюну. Честное слово, плюну. Не-не-не-не-не, не так. Не надо, одумайся. Сейчас, ребяточка, сейчас. Он просто не за тот краешек его взял, поэтому так тяжело происходит. Вот его надо вот так ровно взять, вот за это, за центр. Взять правое, левое. И прям. Он когда касается за эту херню, и происходит беда. Его он переворачивает и все. Да чтоб тебя, собака ты злая. Вернись-ка, не туда. Почему все время разные X, Y, UI становятся? Вот от того, как он крутится, все время в разные места. Ну, не. Да пипец. Вот, нормально. Поехали. Нежно. Да ты собака злая. Я сейчас плюну. Да, видать, пришло время паузы. Первый мгновенно поставился этот сукодей. Может быть, второй вот этот его смущает. Скорее всего. Потому что тот поставился прям идеально. Так, ну-ка, Фи. Тебе никого? Никого.
Ну-ка повернись. Где у тебя тут твое дырье? Вот, нормально. Нормально общались. Правое, левое взял. Прям пошел. Провернул вокруг своей оси. И все погасло. Подходим. И его выворачивает. Что такое? И, блин. Вот это я все время в одни и те же клавиши жму, ребят. Понимаете, в чем херня? Что все время относительно чего-то X, Y, Z сбивается. Прошло несколько тысячелетий, и я его присунул. И я ему присунул. Так, засунул в него. Плевываем все с конвейера. Сюда. Тебе отпились-ка. Сейчас он упадет. Нет, стоит. Так, ногу. Тебя. Следующий придурок. Знакомо. Ну, по крайней мере, у нас будет прям три. Прям три. Отлично. Ребята, битва с блестящими. Собака злая. Этими. Сундуками. Они говорят, что это, а я им говорю, что то. Я их все равно победю. Кто в этой игре овно, я или оно? Так, берем так, зафиксировал, взял. Хера. Берем так, зафиксировал, взял. Вот, плавно понес. Проверил. Вот вниз, вниз, а это не вниз. Как ты работаешь? Почему все время XY меняется местами? Подносим. Все, едем. Ух. Что-то у меня, правда, сегодня какой-то базз. Так, мне нужен конвейер. Мне нужен конвейер. Конвейер за место фары, да? Да. Так, и конвейер за место фары, чтобы во все три дырочки шло вот так. Ну и он сразу же сюда встает, с ним никаких проблем нету. Теперь поднять корабль. Представляете, какая у меня сундучница летающая? Там в шоке. Опс. Извините. А чё не летим? Есть. Цепись. О, собака злая. Так, и вставляем себе обратно присоску. Я сделель. А я сделель. А как мне в тебя войти? Как войти-то? Ну, на секунду включить-выключить питание. Опыт. Не пропьешь. Так, это мы сделали. Теперь надо разобраться, кто у меня тут отображается на экране. Так, малая структура. Ага, малая структура — это антенна, батмаш. Батмаш. Отображать, выключить. Маловодородный бак выключен. Батарея отображать не надо. Отображать не надо. Так, что еще показывает? Малая структура. Почему она малая структура? Надо переименовывать в корабль. О, корабль. Кораблять. Так, есть. Дальше, что мы хотели сделать дальше, мои дорогие друзья? Дальше мы хотели сделать еще один павук. Ты уходишь отсюда, и сюда прилетает мне прожектор. Прожектор тот, который мне будет показывать большие решетки. Зачем я вместо этого-то его сделал? Чё, промышленный сортировщик? Какой же сортировщик? Чего? А, вот и. Из-за тебя велпад сломал. Давай. Вернись-ка. Сквер жопе построил, да? Еще и большую трубу требует. Ты можешь мне в морду не светить, и так не видно ничего. Папазол.
Так. Удовлетворен. Ну, естественно, он задан наперед, кто бы сомневался. Так, прожектор номер два. Прожектор Биг. Мази. Больше. Прожектор. Да-да. Движение в режиме ожидания. Так, целится в ракеты по малым судам, только по большим судам, по статичным блокам, да. По большим, по живой силе нет, по нейтральным нет. Враги в прицеле, стрелять по нейтральным, да. Космос смотрит. А второй ищет мелких. Этот ищет крупных, этот ищет мелких. Все, отлично. То, что мы и хотели. 1,4 километра у нас есть. Плюс у нас есть еще один рундук, который мне нужно отнести себе на корабль. Либо вот в эту в присоску сплю. А, я не могу, я же на нее сажусь. Нет. Как тут залезть-то? Надо доехать до туда. Не могу я на этом склоне. Мне не нравится здесь. Мне здесь не нравится. Сейчас мы сюда куда-нибудь присобачим этот сундук. Притом присобачим мы его, наверное, куда-нибудь туда. Просто поставим его, но не одиночным блоком, а именно приварим в задницу себе. У меня там был мест для него даже. В смысле не в заднице, а в смысле вон там. Вот сюда вот мы его поставим и в него сложим все наши... Это не удалится. 4,59. Прямо на дерево. Надо будет слетать. Это куда мы смотрим? Где у меня вода? Вода у меня там, да? 4,59 на дерево. Ну, в принципе. Я могу сложить блоки и сюда, вот эти водородные баллоны, но тут 120 объема. Объема мало. Объема не объема. Так, а как мы тебя пристыкуем? Да вообще пофигу как. Как прицепится, так и прицепится, да? Как, вот, как лучше. Да давайте. Так, Weld pad сюда. И тебе, иди ко мне. И тебе куда-нибудь, а, он же 3 на 3, да? То есть он свисать будет, ну и хрен на него. Пусть свисает. 9. Сюда, нет, не сюда. Так, вот сюда и сюда. Какой же у меня словарный запас. Так, забираем его. Правое, левое. Так, его надо провернуть туда. Так, и теперь провернуть не так. Так, и так. И не так. И туда он не влезет. Стой! Так, я все улажу. Вперед, вниз. Нет, не так. Не так, потому что он туда не лезет. Мешается. Так, сейчас посмотрю. Он вообще сможет сюда встать? Нет, конечно. Он упрется. Ах, как приятен этот мир. Битва титанов. Ого, какую прям это... К морозному утру, наверное. Так, сюда он не влезет. Блять. Сюда он не влезет никак, потому что он уперся в этот. Да ты что ты меня сплевываешь-то? Бистрат Кастратович, пожалуйста, не надо. Да, эту лестницу, кстати, можно тоже удовлетворить, потому что эта лестница не работает. Сейчас еще раз меня плюнешь, я в тебя тоже плюну. Велдпад. Вот, он этот велдпад должен быть вообще вот здесь. И тогда оно встанет. Но я опять упаду. Пойдет. И так сойдет. Забираем и тащим. Иди ко мне. И сосиска. И сарделька, ребята. Все. Этот сундук. Сразу же называем этот сундук. Это медиум карго. Водород. Дрил. Гудроген. Нет, это я запутаюсь. Водород. А, тут это хлам. Хлам. Медиум карго хлам. Инфа. Мой хлам. Все, отлично. Теперь мы берем весь хлам. Оно меня призывает. Что делать? Эх, япона, мать, как больно-то было. Что это? У меня такое ощущение, что мне на лысину что-то упало. Так. Прям весь такой во все стороны. Своими светильнями светит. Да, что-то он летает.
Что хотел? Что хотел? Хотел лишние водороды туда перенести. Где у тебя тут вход? Напротив выхода. А мусоброида. Плюхи его. Так. Че ты мне еще в глаз тут моргаешь? Так, Фе, все лишние баллоны. Двух баллонов мне достаточно. Да мне одного достаточно. Так, далее. У меня есть, кстати, страстер. И я даже придумал, куда его деть. Далее, вот это все скидываем отсюда нафиг. Это нафиг. И все ненужное мне. Все ненужное. Вот это вот, 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 это вот, это вот, это. Только, да все инструменты надо нафиг туда выкинуть, да? И пули туда же. И пули. И магазин автопопушки. И два автомата. О, какой порядок сразу же. Клан-кол туда же, и это туда же. Плотно парашюта. И плюшу. И вот это вот. Да вроде как все. Все, выплевываем. Да от кадра убежали. Ра-та-та-та-та-та-та-та-там. Так, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть, это есть. И саброида на него сверху посижу. Фу, посижу. Ай. А. А. У. Че тебе надо-то, блин? Одень свой член. Так. Где ты? Павук. Сейчас мы на него павука посадим. О. Павучок. И Баксбан. Онлайн без регистрации. Так, это все у меня есть, это все у меня есть. И там, где мы еще найдем много-много фигни всякой. С другой стороны, у меня тоже сундук есть. Есть. И, наверное, в нем тоже до хера всего. А. То, что мне вообще никогда не пригодится, пускай в нем и валяется. Ого, еще один павук. Люди, что делают у меня паук? И если взорвется этот сундук, я лишусь практически всего. Это меня радует. Так, непередаваемое ощущение. Все, устраивает. Плевываем дальше. Это объем немного занимает, но нормально. Сейчас, наверное, не влезет. А как у нас один паук и паук? Прям смотрите, как меня этот статимент прям хочет. Прям хочет и не может. Четыре и сколько там было? Давайте их два поставим. Пускай они друг на друга смотрят. Во. Мальчик и девочка. Так, 4 и 6, да? Ну давайте туда пробежимся по-быстрому. Тут пока все равно бурим голое небо кроет. 4 и 6 туда. От стартового. GPS 5.25 мне в принципе нафиг не нужен. Неизвестный сигнал не нужен. Тут это я тут. Новые с текущей позиции 4 и 6. 4 и 6. Две звездочки. И мы пойдем прям другим путем. Яркость никак не прибавить. Во, тут же яркость есть. Каким цветом? О, прям красный такой. Чтоб прям видно было, прям туда ходи. И между тут и этим... Значит, мы сейчас до тут по-быстренькому долетим и проверим наши... А, мы можем еще и снизу корабля. Мы же летим сверху. Нам же неудобно смотреть, правильно? Правильно. Правильно. Так, у меня со льдом беда, да? Накопать ли мне льда? Или... Или не накопать? Нет, смотрите, прям присел такой. Прям человек такой пиликулок. Так, что это такое? Офигеть, не встать. А теперь вот отображает. Так, ну ладно. Угу. Мне же хватает заряда. Вроде как хватает. Полетели. 4,6 туда. По-быстренькому. Прям мухой. Надо совместить, чтобы тут и 4,6 были на одной линии. Тогда мы 100% летим в правильном направлении. Все во все стороны болтаются, как говно в проруби. Но, по крайней мере, мне ищут. Неведомо решетки. Сейчас проверим. Правильно ли моя система. Во!
А теперь показывает. Вот как это работает? А? Как это работает? Почему сейчас показывает, а предыдущие три серии не показывала? Хорошо его знает. И почему у меня не срабатывают мои эти? О, срабатывают. Ну, по крайней мере, хотя бы на приближение. Это мы отлетели на 4 и 2, да? Таямба. Таямба-баямба. Куда-то он мне сюда светил. Ну-ка, посвети-ка. А, слушайте, может, правой кнопкой мыши я прицел включил? Ну-ка, давайте к нему подъедем поближе, пока он нам тут освещает его. Что это? Это что за покемон? Так. Куда ты светишь? А? Ага, еще одна машина. Машина, машина. И что тут на этой машине есть вкусного? Судя по тому, что есть колеса, значит, мы ее не ели. Даже не пили. И тут... Ни хрена тут ничего не будет интересного. Даже сундуков нету. Дожили. А ну отдай. Я думаю, мне хватит водородных баков. Можно их со спокойной душой уже взрывать. И искать что-нибудь еще. Хорошо, что хоть не взрываются. То есть это мои компьютеры, это мои соединительные блоки. И все остальное. Ну, невкусно. Значит, тонкий намек на толстые обстоятельства. Летать, Юрий Александрович, и нарыть льду. Льду! Так, и он на него перестает смотреть, как только мы спиливаем с него что-то. То есть, как только мы его обесточиваем и... А, это гироскоп. Гироскоп мне нужен. Ребят, гироскопы это святое. А нахрен на машину гироскоп поставили? Кто скажет? Ну-ка, иди ко мне, мой спелый хлеб. Не вылазит. 7.76 туда. 7.76, ребята. Хотим ли мы 7.76 пролететь? Я вот лично хочу. Как мы это сделаем? Мы отметим GPS этот, удаляем новые с текущей позиции 7.76А1. А нет, одна звездочка. Я раком, что ли? Раком. И вторую сейчас поставим. И сразу же туда пробежим. Пролетим, но это на паузе будет. Не переживайте. Мне уже хочется что-нибудь глобальное найти. Но пока что никак не получается. 7.76. Новость текущая. Если уж она мне в глаз прям посветила. 76. Две звездочки и красный. Яркий. Вот, молодец. Все, поехали. Корабль. Да, и они перестают на них смотреть. Ну, по крайней мере, в темноте вот смотреть самое удовольствие. Так, мы здесь с тебя все взяли? Все, что могли? Особо полезного? Но я думаю, да. Ага, гироскоп не освободил. Гироскоп бы по-хорошему себе воткнуть. 5.54. Туда хочу. Сомневаюсь. Туда навряд ли. 7.76 в начале. А потом все остальное. Так, 0. Забираем гироскоп. Гироскоп мой, поэтому целиться он в него не будет. Поэтому мы его сейчас сразу сюда прихреначим. Так, тут выключена эта фигня. Используется... Держательно. Используется для парковки, в смысле. 7.76. Полетели. 7.76. Совмещаем две дырочки и летим. Так, так, так. 7.76. Слушайте, ну летим-то мы очень быстро. Надо ли паузу? Вот в чем вопрос, тем более, что мы по буре летим. По буре. Во, 2 километра. Слушайте, а раньше вот, ну не знаю я, что включилось, что не выключилось. Может быть антенна так сработала, может перезаход в игру так сработал. То есть вот, теперь меня отображает. А до этого не отображал. Вот как хочешь, так и играй. Слушайте, что-то большое. И это явно не 7.76, это 2 километра. И, наверное, мне первую точку-то и не эту показывала. А тормозить мы сегодня бум или не бум? А бум или не бум? А бум. Вот. Эк. У вас снимает скрытая камера. Чё-то там есть. Как вы заранее знаете, я вот боюсь, поэтому... Ой, ну мать, как я нежно приземлился. Аж самому понравилось. Так как я боюсь, я так вот аккуратненько в такие ангары забегаю. Я в этом был, что ли?
Нет, потому что дверь открыта не был. Ну, мы уже похожий лутали такой. И как-то он потом открылся. Изнутри, наверное, открылся. И что такое? Тиуанна. Welcome. To Prometheus server. Да я в тебя плюнул. Сейчас мне, наверное, еще одну штучку дадут. Смотри, с какой скоростью это все делается. Прям мгновенно. Мгновенно. Так, а я же его напилил. А, ну я его чуть-чуть напилил сейчас. Эк. Пис. Талет. Локер. О, еще одна. Вторая болгарка. Можно сдохнуть совершенно со спокойной душой. Так, здесь, значит, ничего вкусного нет. Здесь ничего вкусного нет. И здесь ничего вкусного нет. Вот так вот и играем. А в тот раз дверь открылась. А в этот раз не хочет. Пилить ли мне дверь? Ну, не на. Извините. И это ведь еще не то 7076. Вот это вот вкусно. О, солнечная панель большая. Ребята, ребята, солнечная панель большая. Вы знаете, что это значит? Знаете, знаете, знаете? Не ори на меня. Не ори, не дома, и дома не ори. И это опять же не 776. Ну-ка, кому тут вставить? Блин, что-то буря, все бурее и бурее становится. Это солнечная панель, которую мне надо опустить вниз и нежно. И сделать это нежно. Лазерная антенна? Ой, япона мать. Да лучше бы я тебя с руки пилил. Нахрен я себе эту пилиблу поставил на свой самолет, если я все это делаю руками. Вы, наверное, это уже мне 10 раз написали, но я записываю оптом и в задницу, как говорится. 6. Полетели. Мы это можем сделать более профессионально. То есть подъезжаем вот к этой вот лазерной антенне. И нежно ее так яма. Может быть, оно и все закрутилось? Во, а теперь все заработали, блин. Это инженеры, ребята. Как вам такое, Илон Маски? Так, теперь мне ее надо как-то дежапировать, чтобы она не сломалась еще, пока мы ее будем опускать. Гедаунхерить. Так, а я могу ли ее прям вот себе, прям взять ее нежно и полностью присосаться к ней? Как интересно. То есть прицепиться к ней ногой и выпилить ее нафиг. И разбить вместе с кораблем все. Как вам идея? По-моему, прям отличная. Что-то я писаю вот так поступать, если честно, ребят. Ну, писаю, ну, честное слово, писаю. Ну, давайте вот так вот не в это место запаркуемся, сюда запаркуемся, аккуратно. Чуть не упасть бы теперь. Может, если я тут упаду... Ой, иду, иду, иду. Это панель. Это панель. Легкой обшивки. Если я упаду, это будет конец. Где же пистолет? Панель. Если она держится на панелях, это нормально. Не пилите сук, на котором стоите. Очень эффективная панель, я думаю. Она, скорее всего, вот в этом месте присобачена. Но это не точно. Слушайте, у меня есть солнечная панель. Она не упала. Так, мы ее можем осиздентить, говорит. Сам-то осиздентить, Филипп. Сейчас мы тебя научим хорошим манерам. Так, осиздгрентить. Ну что, выпиливаем ее, туда роняем или сразу зацепить. Я боюсь, упадем вместе с ней. Проверено электроникой, такое уже было. Детач меня нежно. Лерой Джекинс. Физика. Химия, химия, вся эта синяя. Так, теперь мне надо в тебя войти. Только не вниз. А. Так. Отпертаемся. Отпертаемся. Аккуратненько залетаем. И забираем. Я здесь по высоте-то пролезу, нет? Ага, кто меня знает? Так, так.
Так, так, так. Так, ать, еще немножко. Амма. Идеально. Вот просто идеально, ребята. Вот просто отлично. Мы можем даже вернуться домой, ее сплюнуть. Тут 7,76. Это 3 километра, но я теперь не смогу. Мне нужно будет вернуться в этот. Сейчас я слетаю тогда до дома по-быстрому и вернусь. Так, мои дорогие друзья, милые, я дома. Сейчас мы себе поставим панель. Я вряд ли ее руками смогу поднять. А я ее не могу вообще? А, тут же минет не сработает. То есть мне ее надо будет притащить. Ну, я, наверное, так и поступлю. Абадонит 776. Я же говорю, не долетели. Мы нашли две вкусняшки, не долетело до нужного мне места. Нужно ли мне еще гироскопы? Не знаю. А на кого ты смотришь? Это же мое. А там что-то значит не мое. Понял. Ну ладно, смотри. Кстати, как ни странно, мы ее не прожгли. Куда бы тебя плюнуть? Ладно, сейчас я вначале приземлюсь. Придумаю, куда ее поставить. Да вот этим, наверное. Нет, лучше ее назад. Ну, тебе мне нравится, как я лечу. Жалко, ее приварить к этому кораблю нельзя. Такое аэрокрыло. Вот его место. Вот сюда вот мы ее и приварим. Вот так вот. Так. А, же, это же большие блоки. Ну и нормально. И отлично. Я думаю, что будет все отлично, друзья мои. Мы сейчас, значит, даже не паркуясь, вот это вот все... систему ставим. Да, вот смотрите, показывает вот на этот блок, который оказывается враг. Враг ты мне или не враг? Так, вот эту вот лестницу можно совершенно спокойно спиливать, потому что я головой об это бьюсь и становится беда. Так, кто здесь есть мой цел? Куда вы светите? Ну-ка, покажите мне. В пауков? Кто тут враг? Это вроде все мое. А, тут что-то, наверное, прицеплено, не сварено, а прицеплено. Это же маяк мой? Нет. А, вон, вот мне даже там пишут. Вот, вот, вот та вон крайняя фиговина. Та вот батарейка левая, правая. Какой же ты собака костра. Как же ты хреново вот это вот все делаешь? Почему же ты никак не можешь забежать-то? Да ну тебя в желудок в твой. Ладно, не будем тратить время, а я в любом случае туда должен запрыгнуть. Так, ставим соединительный блок сюда. 9. Достану? Хер. Достал, проверяй. Так, поползун. Так, вначале надо взять на него. На 2. 9. Раз, 2. Все, тоже один компьютер всего лишь. Да ладно, такая халява. Тык, 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 тык. Тык, 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 тык. Я бы его, конечно, бы перето. Так, здесь у меня все отлично, да? Да, все классно. Только их расставить, вы мне говорили, там, 50 серий назад. Но Юрий Александрович, как говорится, не смог. Сейчас упаду же, упаду же. Как в Майнкрафте под себя ставили? Приседи. Хрен он так поставит. Ладно, хоть так. Хоть так. Да я в Майнкрафт играл. Вы даже не представляете, какие я классные там вещи строил. Целые замки, блядь. Из дождя. Ну, упрыгай ты давай на соседнюю планету сразу. И не будем мучиться. А, блястяще. Да какой же ты, сука, костра. Ой. Как же он... прям... Ну вот, не в сказке сказать, не пером описать. Это вот просто что-то с чем-то. Это вот только кины могли такой выстрадать вместо нормальной игры. Так, что мне надо-то? Проварить ее. А у меня... А, варщика нету у меня, только не варщик. Вам нужен блок. Достану? Хер там был.
Иша, Юра, тише, праздники на носу. Спокойствие, только спокойствие. Он еще лезет на такой огромной скорости, что ему хочется дать под жопе. Два раза при том. Велд, падла! Че там все, че тут? Переета. Все переета, перето. Давай, get down here. Да прыгай ты. А! Нормально. Нормально общались же. Так, теперь тебя поднять. Подмять. Поднять. Вдохнуть и не дышать. Так, поднять вот так. И отлететь немножко. Теперь вылезти. Сюда. Вот, молодец. Могёт. Умеет, практикует. Главное потом, когда... А как влезть? Да сука. Наливай. Не разбейся. Я тебя прошу. О, ни хрена, ну прям туда вошло. По самой не балуйся. Все, полетели. Головку съели. Так, главное держать клавишу на этот. Так, еще понять, как рулить-то. Так. Сюда. Эх, лучше бы ты вы сюда посветили. А не вот это вот ваше все. Так, выравниваем. Равняйся. Страшно? Вот вам страшно? Я жуль. Сейчас, и главное на 6 нажать сразу же. Сосиська, собака. Чего ты? Никак не выровняешься. Ага, понимаю. Так, теперь мы жмем вот в это и сразу же на 6. Пшик! Ну пши! Ну чего тебе надо? Нормально же общались. И на 6. Дышите, не дышите. Я сделал. В общем, у меня появился источник питания. Сейчас мы ее пощупаем. Чего она у меня красненькая такая? Чего она такая красненькая-то? Так. Get down, херимся. Ой, как больно. Че так больно-то? Я уже его оторвал или еще нет? Ну, на get ничего не будет. А вот коннектору, наверное, все время приятно. Не, нормально. Нормально общаемся. А, извините. Босс чешется. Так. Переходим к плану Б. И это у меня усиленный ротор недостроено. Ротор. Шасси штурвал. А, это та херня, понятно. Где ты? Как она вообще называется? Солнечная панель? Должна быть на букву СО. Солнечная батарея. 0 ватт. Просто для красоты привезу. Так, значит, Юрий Александрович, что ты хочешь сейчас сделать? Сейчас у меня вот этот вот прожектор. Добавляется сюда вот еще один прожектор, который будет искать мне мелкие решетки вот в этом месте. Так, прожектор. Потому что мы же низом ищем. Так, что мне не надо? Лестница мне не надо. Вот сюда вот его сразу же его поставим. И заставим его полностью и нежно. 6 забираем. Провариваем. Так, это будет прожектор номер 3. Который у меня будет искать мелкие решетки, да? Где ты, блестящий прожектор номер 3? Больше. Это будет меньше. Так, движение в ожидании выключить. Стрелять по метеоритам выключить. По малым блокам, по большим блокам, по живой силе не надо. По статичным блокам, да? Целиться в друзей нет. Враги в прицеле, да. Стандарт. Цвет красный.
Вот. Вот, опять мне, видите. 6.33, говорит, туда ходи. Но мы еще не долетели до той точки. Так. Че не летим? Кому и не кусало. Так. Вот, видите, оно прям мне вниз светит и светит. И вот оно прицелилось. Куда прицелилось? Кто знает, просто вниз светит. Вот. Это мой высотомер. Так, а мне лететь куда? Вот. Вот на ту фигню сразу же показывает. Слушайте, а ночь? Прям приятно ночью. Ну что, дорогие мои друзья? Уважаемые подписчики моего канала. Сейчас мы чуть-чуть куйнем льда. Я, по-моему, ото льда улетел, да? Где у меня льда-то? А, льда вот там. Нет, ну мы это все сделаем на паузе, естественно. Потому что, видите, водорода мало. Вот, он туда смотрит. Смотрите, как четко. То есть, когда 800 метров, мне, по крайней мере, свои глазенки не надо напрягать. И он мне прям показывает. Отлично. Отлично. Так, ну что, рекламную паузу, копаю лед. Да, друзья мои, вы знаете, так копать прям одно удовольствие. В общем, сейчас у меня 113 тонн. Он еле-еле взлетает, прям вот вообще с огромнейшим скрипом. Просто мне хотелось вам показать, как это все происходит. И если честно, я вот нарыл 28 здесь, 4 здесь, 9 здесь, 9 здесь. Тут вот полная жопа огурцов. Еще даже сюда нападало. То есть я доволен, вот в общем, как слон. Это все не рукой копать, потому что каждый закоп такой, это примерно где-то было... ну, где-то минут 20... руками все вот это выкапывать. Для того, чтобы все это работало, а тут, как видите, минуты полторы, я две, может, копал, и вот оно уже даже не летит. Главное сейчас нежно приземляться и особо не разгоняться, потому что тормозить он будет очень плохо. А в Уфуе здесь Империонского не придумали, при великому сожалению. Сейчас мне все-таки интересно, что же меня туда все ведет. Дорога приключений. 30 км в час летим, в принципе, 30 не страшно. Страшно, что здесь горка. Так, ну мы идем выше горы, так что эпифий. Нормально. Нормально же общались. Да хрена. Когда уже солнышко мое, вставай. Не, нормально, прекрасно летит. Немножко я подразрядил, конечно, корабль. Его по-быстрому бы зарядить. Но сейчас, как только я туда принесу все эти генераторы. И ведь у меня еще там один генератор. Правильно же я мышлю? Мышлю. А мы успеем затормозить? Делайте ставки, господа, успеем. Изи как. Ага, я за горой стою, да? Ну, Юра, когда ты уже перевезешь? Которую серию говорим? Хрен меня знает. Какую-то. Какую-то. Знаете, тут, в принципе, у меня теперь небольшое есть преимущество. Я могу это полностью и нежно стукнуться буром, и бур не взрывается. Сейчас проверим, как моя эта цель срабатывает. Оп! Как часы китайские, ребята, просто как часы. Срабатывает, все смотрит туда и прям показывает мне идеально. По крайней мере, мне свои... Блять. Мягким приземлением, мои дорогие друзья. Блестяще. Дальше только ползком. А чё? Чё не хватает-то? Давай-ка на присосиську надо. Корабель, мне надо на присосиську, одумайся. Мне это необходимо. Да, я сейчас, наверное, присосусь-ка и перееду на площадку, потому что здесь иначе это фигня. Я так убьюсь по-любому. Тик, вот чуть-чуть трогаете, и все, и оно перестает тормозить. Сейчас я об этот блок... Блять! Чё, не летим? Говорила мне мама. Давай. Не с той стороны, еще на блок прилетел. Сейчас будем считать, сколько трастеров потеряю. Эк. Вырезать это не хочу, потому что такого вы еще не видели. О, нет.
Пипец, я его перегрузил. Да хватит ты мне показывать, я знаю. Это я сейчас жму вправо, если что. Не хочет. Может быть, сплюнуть этот? Так, нормально, что ли? Нормально. Тик. И аккуратненько тик. Тик. О, бля, стяще. Пип. Вот это ни хрена себе приземлился. Вот как не в себя приземлился. Так, тут в каждом контейнере. Так, меня интересует большой промышленный контейнер. Сразу так, опа, минус 2К. И надо с собой оставить, конечно, но не все. Сколько это оставить, сколько это зарядить, да? Тут в генераторах есть. То есть 46К принес. Сэкономил себе час времени. Ну, что-то я мало себе оставил. Ладно, пофигу. Пифигу. Так, эти работают, включаем полностью, оба отмаш заряжаем, зарядка, мы ее все время с разрядкой путаю, выключаем двигатели, проверяем, что не работают, не работают, выпадаем в осадок и нейтрализуемся. Вот этот вот, по-моему, рундук можно уже съесть. Здесь кто-нибудь есть? Никого здесь нет. Ам. Так, далее, что у меня тут непристыкованное? Непристыкованные у меня тут вот два этих, да? Сейчас мы их просто набросим на какую-нибудь прицепилку. Какую-нибудь прицеплялку тут есть, свободное место? Да, есть, вон там вот куда-нибудь. Вот туда вот, вот сюда вот его присосем. Ну ты чё? Вот ты вот прям лучше всех присосался. Переедем с этой плоскости на куда-нибудь еще. Ночь ни хрена не видно, поэтому поехали. Так, меня что интересует? Меня интересует 3 заперто-отперто. И поднять, да? Поднять колеса. Бол-бол. Бол. Высота. Ага. И еще разочек. 3. О. Вот теперь не присосется, не присосется обратно. Поднимаем дальше. Так, колбол. Бол, кол, бол, кол, бол. Так. Оп. Хорошо. Снимаемся с тормозов. На циферку 5. Оп. И поехали нахрен отсюда. Тут. Уже не тут. Хоть с горы уеду. А то я как-то ехал, ехал и не доехал. Главное потом этот тут переделать в новый тут. Слушайте, прекрасно едем. 35 минут можно передвигаться по такой земле. Главное сейчас невидимого вокселя не встретить. Может, это будет финал тогда. Вот типа вот такого. Сейчас хоть на площадочку здесь выйдем. Во, во, 1.42. Ну в натуре, значит я что-то выключил, мужик такой. Вот к ней к 1.42 и едем. И каш не просим. Блядь! Это что такое? А, это так... Это так в дерево въехал? Извините, вырвалось. Извините, чихнул. А! Да не видно мне ничего, у меня пониженная яркость на мониторе, иначе в расплывчато все. Ладно. Сбогойзе. Там обязательно должна быть этот. Ну вот вместо того, чтобы себе сделать адекватный этот. О, еще 2.92. Сделать себе адекватный лампочка. Я себе корабль на обзор поставил, чтобы если расхерачу, то сразу же свой корабль. Вот, спасибо тебе, корабль. А что не едем? А я назад жму. Исуетесь. Исуемся. Вот, всеми лампочками туда посмотрела. Их не разгоняйся, я тебя прошу. Веди себя прилично. Эк. И сюда. Главное, ногами сейчас не перетоптать. А то я себя знаю. А он какой-то... Кто-то кого-то. Кого-то чего-то. Нихера, у меня тут, смотрите, какие от меня эти цели. А это вот туда посмотрела. Нет, не туда показала.
оказалось. Вот, которое огнилось. Тормози! И стой. Стой, так я все улажу. Стой. Не дыши. Кстати, обратите внимание на тот мой корабль. Он у меня всеми своими этими моргадлами, блядь, невыключенным гасителем не мешает ездить. Так, что мне надо? Мне надо ничего. Мне надо встать, спуститься. Я на него даже не запрыгнул. Да ладно, ты, не едем мы никуда, успокойся. Подложить. Это одно слово. Ну, конечно. Чтоб я до с первого раза допопаль. Залезть, вдохнуть и не дышать. Подложить. Так. Теперь get down, херимся. Колбол. Высота. Все? Нет, не все. Как закрутится? Вот, закрутил, значит, можно останавливаться. Все, милые, я дома. Так, все, трахтит. Как трахтит-то? Трахтит и тебе дохтит. Так, что у нас тут? Тут у нас трастер. Антенна еще одна, которую я поставлю на свой корабль. Ту его кучу малых контейнеров. Еще один трастер. Да ты что? Гироскоп. Тут что-то большое. Тут машина. С еще одним кислородным, либо баллоном, либо не баллоном. Тут кто? А тут никто. Так, ангарь. Ползает улика в бар. Третье. Первое. Первый, я второй. Да что такое? Что, мне ничего вообще, ничего нигде не дают? Жадные, что ли? Так. Автоби. Тебе тоже ничего. Эх. Не любит меня эта игра. Не обожает. Я, похоже, здесь был. Не может быть, чтобы вот вообще ничего. Вот вообще ничего. Ну, вот zero. От слова полный zero. Похоже, был. Тогда и в машинке в этой чё... Так это странно, машинка-то целая. А машинка-то целая. Япона, мать, у меня тут цвета музыка. Офигеть. Колеса бы я спилил. Точно. Так, что у тебя есть, машина? У тебя есть это. Так, тут ничего. Сейчас посмотрим, что у нее там в этом. И кто? Генератор. Генератор, это хорошо. И кислородный бак. А сзади тогда что? А, кислородный бак и генератор, да? То есть... Ух, ебану мать. Я все ждал, когда он же яичками об это стукнется. Так, это у нас генератор, да? Кланг. Сонг. Билдинг. Кланг, сонг, билдинг. Так, что тут у нас тут напихало? Два колеса, да? Ну ладно, чё, халява. Халява, приди. Ну, в общем, такое себе. Я вам скажу. Я ожидал что-то более вкусного, но нет. Мы не слетали туда на 7.67, но нашли здесь генератор кислорода. Чем больше генераторов кислорода, тем лучше. Ага, тут вот. Ага, вот что мы нашли. То есть это надо все допилить. О, две решеточки. Решеточки-то это дефицита в наше время. Решеточки-то дефицита. Так, тебя можно полностью съесть. Тебя доступ разрешен. Ну, халява. Халява. В общем, мне что нравится в этой игре, что с каждой последующей серией у нас хоть что-то
Че, я раком, что ли? Нет, просто не бежит. Он просто по песку буксует, собака. Такое ощущение, что я челюстью по этой земле ползу. Так, чего я сказал-то? Это. То самое. Зима и лето. Вот эти вот 3К я могу туда сплюнуть? Да. О, блин. 165 не влезло. Ладно, не буду кидать, а иначе SimSpeed повесится. Не влезет сюда? Да я думаю, что уже не влезет. Влезло. Да ладно. Так можно было? Лепота. Лепота, дорогие друзья. Вот, и туда, говорит, нам ходи, и сюда ходи. Снег в башка попадет, это вот надо ставить на этот, а этому выключить гасители. Но я ж взлечу, я ж себя знаю. Эй, не лезет. А, во, есть пикселечек. Писечка. Ну давай. Ну только что ж ты мне показал. Куда там тебе? Подергать за что тебя можно? Сесть в тебя. Вот звезда пленительного счастья. Ух, ни хрена, это куда я ушел? Офигеть. Так можно было уже? Эх! Я! Приятен этот мир. Ой, да в этот... В туда его. А, тут еще и хрена это. Это вот эти атмосферные ускорители, это у них всех гасить. Ладно. Хрен с ним этим, я в следующей серии займусь. Ну что же, у нас прекрасная ночка. Мы с вами очень хорошо развились. У нас есть вот такие вот детекторы всего. И инопланетяна, это вот я свечу. Смотрите, вот видите, туда вот светит. Это вот я так освещаю. В общем, дорогие мои друзья, всем вам огромнейший лайк за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Ну а всем вам повыше FPS, поменьше багов и лагов. Сейчас я на него сяду. Он будет светить мне в мой жопе. В общем, с вами, как всегда, Даев. Ты что, честь-то не отдаешь? Эй, дядя, отдай свою честь. Вообще все сломалось. Что с ним не так? Сломал человека. Ладно. Да, вот именно этим ты и занимаешься, игра. В течение 10 лет. Ух. Что ж, мои дорогие друзья, всем вам огромнейший лайк за просмотр. Берегите себя и берегите своих близких. Это самое дорогое, что у нас есть. Всем вам хорошего настроения, не болейте. Всем такого же голубого, прекрасного неба. И чтобы все у нас было с вами, друзья мои, хорошо. Ну а с вами, как всегда, Даев. Всем до новых встреч. Сейчас вы увидите список поддержавших, если что, есть под каждым видео ссылочки, если вдруг кому-то захочется чего-нибудь сделать, мне приятно. Все, ребята, всем до новых встреч, всем приятной игры, всем пока-пока.